Батарейка луп, если использовать смарт-чарджер, который идет в комплекте, он отсутствует. То есть, ну, при нормальной зарядке его нет. Если, конечно, использовать какие-то непонятные зарядные устройства, которые там, собраны на коленке или как-то так, то тогда может что-то произойти. Это зарядное... В профессиональных зарядных устройствах идет постоянный процесс. Зарядили, да, заряд-разряд. Тут тоже так поддерживают. Как работает ваша заряд? Значит, вот этот смарт-чарджер, который самый первый, он как раз так и работает. 18-й это самый простой. Самый мощный это CC16. То есть, чем меньше цифра, тем круче. Вот. Нет, они продаются по блистерно. Только блистерно? Да. То есть если в коробке поштучно продают, это скорее всего покупка, да? Ну, скорее всего. Просто, ну, я вам тоже называл цены как бы за штуку. Дистрибьютор может, в принципе, если нужно, ну, ему там, он, например, знает, что он вторые два продаст, он наверняка может распаковать блистер и как бы продать его здесь. Рассказывают, что мы именно покупаем короба, большие там. А можете сказать, кто? Я понял. Но честно вам скажу, у нас только один оптовик, который покупает короба, но это короба с блистерами. То есть мы их не... они сюда заезжают уже в блистерах. Собираются эти блистеры все в Бельгии. Вот в Бельгию они могут еще приехать коробами. А в Украину это точно уже блистеры. Спасибо. Пожалуйста. У вас был вопрос еще? Вы говорили, что три вида зарядки есть. Один заряжает за 2 часа, один за 5 часов, один за 10. Да. А при стрельбе из аккумулятора, если заряжать их каждый раз по 2 часа? Нет, не выйдут. Это же зарядка, которая специально сделана под эти аккумуляторные батареи. Там просто количество, подающее напряжение разное. И, в CC16 это, как я уже сказал, так называемый Smart Charger. Там есть определенные алгоритмы, которые разряжают его полностью, потом заряжают, то есть это полностью как бы автоматизированный процесс зарядки. Он как раз идет в комплекте с черными аккумуляторами. Еще вопросы? Не вижу. Все? Есть один нюанс, Давайте. Короче говоря, вспышка Sony, и когда она перегревается, то, естественно, и аккумуляторы тоже греются до такой степени, что в руках нет. Ну это есть. И мощность вообще теряется. Просто не радует. Но она остынет. Я думаю, что это как бы нестандартное условие. Аккумуляторы на луп, они хорошие, они очень хорошие, но они не всесильные. Вот, то есть они много всего умеют, действительно. Действительно держат заряд в течение 5, вот сейчас вот уже в 5-м поколении будет уже и 10 лет без потерь. Но как бы если какие-то нестандартные условия их поставить, то это все равно электроника, она может себя как-то не так повести. При минус 20 легко работает. Да. Вот там сумка, там 2 комплекта лежит. Я понял. Хорошо. Если вопросов больше нет, может быть, у кого-то остался последний вопрос. Можете сказать, как отличить подделку? На ней написано обязательно Panasonic. А вот там, где написано Sanyo, это не покупайте, покупайте Panasonic. Там написано Panasonic, но все равно по-китайски. Тогда лучше тоже не покупать. Sanyo это же старый завод, наверное. Да, и только не забывайте, что еще 4-е поколение, оно уже все вышло под торговой маркой Panasonic. Соответственно, если это Sanyo, то это 3-е поколение аккумуляторов. Это значит, что ниже уровень, чем емкость, чем то, что я сказал. Там где-то у белых, по-моему, 1700 или 1500 мАч. Меньше циклов и больше эффект памяти. Вот это вот все у них есть. Ну, потому что это 3-е поколение. Оно тоже неплохое, но 4-е лучше, а 5-е будет еще лучше. Хорошо. Если вопросов больше нет, я сейчас хотел бы еще 2 слайдика показать. Если они у меня, конечно, есть. О, есть.
Panasonic это социальная компания, скажем так. У нас есть страница в соцсетях, пожалуйста, подписывайтесь. Есть в Фейсбуке Panasonic Украина. Здесь мы постим много разной информации о нашей технике. Это и фотокамеры, это и аккумуляторные батареи, проводим конкурсы и так далее. Поэтому, пожалуйста, заходите. Да. А вы нанимаете какое-то рекламное агентство, чтобы его социальные сети страницу? Да. Или работник офиса есть, который, на которого прямо прямая связь может... Значит, у нас есть два человека. Один занимается наполнением этого агентства, и есть я, который читаю эти все сообщения, которые приходят. Можно вот прямо да, со мной напрямую здесь связаться. Там у меня еще есть коллега, который тоже читает, но он меня типа контролирует. Поэтому пишите, говорите для Ивана. Сейчас упадет. Так, хорошо. И второй момент – это Women Club Panasonic. Но это будет больше интересно для девушек и женщин. Здесь мы постим всякие рецептики и полезные советы по красоте, моде и так далее. Тоже заходите, обязательно подписывайтесь. Баннер здесь уже другой. И если у вас нет аккаунта в Фейсбуке, есть ВКонтакте, Panasonic Украине называется. Тоже очень полезненько, там тоже обо всем, о чем только можно, и есть прямая связь с нашими представителями. Хорошо, в таком случае, если у вас больше вопросов нет, спасибо большое за внимание, и я здесь. Спасибо.